Альбо. По-моему, в штангу попадает шайба. Гол. Вот цена. Они выходят, да. Пока Семенов тут возит шайбу в чужой зоне. Диагональный перевод. Рискованный достаточно. Но две шайбы перевес. Это хорошая подушка безопасности. Передача на дальнюю штангу и забивает авангард. Еще и передача вот этой, кстати, Галимов тоже в этой атаке поучаствовал. Он шайбы коснулся. Так что передача ему должна быть засчитана. Бросок нанести. Мавков выходит из ворот, помочь полевым, Медведев. О, Дарение. Драка. Драка там Галимов и Тарасов. Схлестнулись. Ну и так визуально, может быть, Тарасов даже и пока выигрывает. Выиграл, вот отдушина, да. Уж умышленно, нет, больно, нет ли, это другой разговор. То есть, да, по сути, до начала еще столкновения там уже было. Но по-хорошему зачинщик драки, именно драки, все равно Данил Тарасов, да? Пожалуй, наверное, если уж прям надо, да, сказать, найти кого-то, кто начал. Ну, наверное, Тарасов. Галимов уже почти...